филиале Центра гигиены и эпидемиологии Московской области трудится 108 человек, среди которых 3 кандидата наук. Одно здание находится в Подольске, второе – видно на улице Новой. Последнее в преддверии 90-летия муниципалитета и Московской области посетил Валерий Венцель. Небольшую экскурсию для него провели руководитель филиала, заслуженный врач Российской Федерации Владимир Касьянов и его сотрудники. Средоварка, которая добавляет питательные среды. То есть они разливаются, хранятся. Это получается тоже чистая зона. Здесь же готовятся укладки для выезда проб, и здесь же стоят укладки, если у нас ситуация ГО. Кроме нашего муниципалитета, филиал обслуживает также городские округа Домодедово и Ступино. Наша задача – это, в общем-то, обеспечение проведения лабораторных исследований. Это первая задача. Для чего у нас существует несколько лабораторий? Это лаборатория микробиологических исследований, лаборатория санитарно-гигиенических исследований, паразитологические исследования, лаборатория для, так сказать, замеров ионизирующего и неионизирующего излучения. В Видновской СЭС функционирует уникальная вирусологическая лаборатория. Таких в Московской области всего 3. За прошлый год филиал провел почти 286 тысяч исследований. Также организация делает различные экспертизы и консультирует жителей по вопросам, касающимся санитарной обстановки и защиты прав потребителей. Проводит проверку воды и продуктов питания, замеры уровня шума и анализ воздуха. Помогаем людям составлять различного вида запросы, значит, в суд и, так сказать, помогаем людям, если они купили некачественный товар, значит, соответственно, мы с нашей помощью, они обжалуют эти вот действия и, так сказать, решают вопрос о замене некачественного товара. Но работа сотрудников, конечно, не ограничивается лабораторией. Помощник санитарного врача Людмила Лучина большую часть времени проводит на выездах. Она замеряет шум и электромагнитное излучение от пролетающих самолетов, а ее коллеги параллельно исследуют качество воздуха. Людмила в профессии уже 14 лет. Говорит, работа сложная, но интересная. В неделю получается около 40 выездов, вот, и бывают также, конечно, и ночные выезды, потому что нужно подтверждать наши данные, вот. Ну, где-то около 10 в ночь. Людмиле Лучиной, а также еще 4 сотрудникам СЭС, глава муниципалитета вручил памятные медали в честь грядущего 90-летия района и Московской области. Ваша работа, она как никогда, она важна, почетна, поэтому я хочу вас всех поблагодарить за тот вклад, который вы вносите в нашу территорию. Мы со своей стороны, как орган местного самоуправления, Владимир Ильич, готовы оказывать содействие, готовы помогать в организационных вопросах. А главный врач СЭС Владимир Касьянов презентовал книгу, написанную известным краеведом Алексеем Плотниковым, об истории создания санитарной службы в России и деятельности СЭС в Ленинском районе. Здесь сказано, здесь отмечены люди, которые давно работают, ветераны, истории. Ну и, естественно, здесь посвящено тем людям, которые в настоящее время работают. Сейчас Видновская СЭС занимается аккредитацией на проведение токсикологических исследований. Уже закуплено новое оборудование, которое позволит проверить наличие вредных выделений, мебель, детские игрушки, посуду, текстиль, технику и другие предметы. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.